Сегодня у нас салат с вешенками и куриной грудкой. Для этого нам понадобятся вешенки, обжаренные с луком, отварная грудинка, отварной картофель, соленые огурчики и зеленый горошек. Теперь будем мешать наш салат. И заправляем салат майонезом. Кто любит побольше майонеза, можете ложить и больше. Наш салат с куриной грудкой и вешенками готов. Приятного аппетита! Будьте здоровы, живите богато!